полностью имитировать их спячку в природе у нас не получается. Спят они в достаточно специфичных условиях, в глубоких норах. Зимуют они у нас в специальных домиках. Внутри вставлена перегородка, чтобы у зверька создавалось ощущение какого-то сложного пространства. Переход из одной камеры в другую камеру сделан под потолком домик, чтобы зверек, когда перелезает через эту перегородку, у него создавалось впечатление, что он куда-то спускается вниз. Чтобы у зверька было ощущение комфорта, ощущение спокойствия, что его никто не раскопает, не потревожит во время спячки, мы используем такую хитрость. Делаем ему иллюзию того, что он куда-то спускается в какое-то надежное укрытие. Ну вот этот конкретный зверек уже достаточно похудел к лету, да, порядка 250 грамм. Это как раз летний вес для этого вида тушканчиков. Поэтому сегодня мы будем его будить, отправлять в летние условия содержания. Ну, собственно, его путь в лето для самого тушканчика проходит достаточно незаметно, потому что он в настоящее время еще спит. Спячка у них достаточно глубокая, температура тела у них опускается на несколько десятков градусов, частота сердцебиения замедляется в сотни раз. Для того, чтобы проснуться, ему требуется какое-то время, поэтому мы его оставляем в том же домике, в котором он спал, чтобы через какое-то время он проснулся, поскольку мы его помещаем в комнатную температуру, в теплые условия. Также, естественно, даем ему специальный весенний рацион с большим количеством сочных кормов, зеленых кормов, и с меньшим количеством кормов высококалорийных.